Всем привет, меня зовут Ярослав Сумишевский. Хотелось бы вас сегодня познакомить с замечательным человеком, иллюзионистом, гипнотизером и просто моим хорошим другом Владимир Ефимов. Володь, привет. Привет. Расскажи мне, пожалуйста, мы очень часто с тобой работаем на различных мероприятиях, где ты показываешь такие необычные штуки. Честно говоря, для меня это волшебство, особенно вот гипноз. Вот я не верю в это. Вот, может быть, слушай, расскажи мне. У меня есть очень интересный случай. У меня есть один молодой человек, где гипноз может помочь ему во имя любви. Да, и это прямо сейчас мы сделаем? Прямо здесь, сейчас. Он должен там вот-вот подойти с минуты на минуту. Ох, интересненько, интересненько. Давай, давай, пошли. Давай. Прям. Ох. Привет. 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 Привет, Вячеслав. Ярослав, очень приятно. Очень приятно. Ну, рассказывай, зачем ты нас сегодня позвал? Так, ребят, у меня сегодня с моей девушкой Анастасией годовщина отношений. Так как она является поклонницей Ярослава, я бы хотел, чтобы вы мне помогли сюрпризом и сделали что-нибудь необычное и удивительное. Удивительное? Ну, ты обратился по адресу, это как раз ко мне. А, твоя задача, чтобы все было действительно удивительно, доставай свой телефон. Хорошо. Смотри, твоя задача. Ага. Встретить свою девушку, приведи ее вот на эту точку и включи вот это видео. Самое главное, не переживай, не волнуйся, все под моим контролем. Мы все хорошо сделаем, да? Мы все сделаем. Отлично, спасибо. Слушай, я тут на Ютубе нашел одно прикольное видео. Тест на гипнабельность. Давай посмотрим. Давай. Может, выйдет. Прямо сейчас закройте глаза. Отлично. И представьте, что ваши веки склеились. Здорово, надо попробовать. Давай. Подъем. Смотри. А. И склеились. Только дай руку. Работает. Что-то? Глаза не открываются. Раз, два, три. Глазки легко открываются. Посмотри на меня. Стрелочка, точка. 3, 2, 1, 0. Спать! Хорошо, полное расслабление во всем твоем теле. Все тело полностью расслабляется, погружаешься в полное состояние спокойствия и расслабление. 5. Все посторонние мысли исчезают, остается чувство глубокого физического расслабления. Чувство затягивает глубин твоего подсознания. 4. Все дальше, глубже и глубже. 3. С этого момента ты будешь находиться в этом приятном состоянии спокойствия и полного расслабления. 2. Все дальше, глубже и глубже. 1. Очень хорошо. Полное расслабление. Как только ты услышишь звуки музыки, ты проснешься и будешь очень удивлена тому, что происходит вокруг тебя. И пока находишься в этом приятном спокойствии и расслаблении, ты словно спишь наяву. Полное расслабление. Все дальше, глубже и глубже. Очень хорошо. Полное расслабление в каждой мышце, в каждой клетке. Рука падает вниз, расслабление усилится в 3 раза. 3 раза больше спокойствия и расслабления во всем теле. Тебя искал. Привет, привет, я только такой мечтал. Ты словно ангел, вдруг с небес ко мне пришла, и мое сердце в плен попало навсегда. Ты та, с которой я пойду на край земли. Кому пою я и пишу свои стихи? Поверь, родная, это все лишь для тебя. И листья золота в начале октября. Я красотой твоей напитываюсь.
стал. Поверь мне, я лишь о такой всегда мечтал. Поверь мне, я лишь о такой всегда мечтал.